Здравствуйте, в эфире программа «Бергаляп Ираник». В этой программе мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте познакомимся с героями сегодняшней программы. Итак, в кресле игроков две семьи. Сегодня с нами Тимирхан Минаков и его дяди Рустам Мухаммеддинович. Исянмысы, здравствуйте. Привет. Привет. И семья Аглиулиных, Амина и ее мама Лейсан. Здравствуйте. Привет. Тимирхан с 6 лет занимается бальными танцами, участник многих конкурсов. Он любит играть в шахматы и до недавнего времени занимался карате. Тимирхан, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится, заниматься танцами или шахматами? Танцами. Почему? Ну, потому что это красиво, это полезно, ну, для фигуры и... И для здоровья, что самое главное, да? Да. Рустам абай, мына Тимирханның киләчәге ничек күз алысыз сез? Ну, балаларның инде кем генә булса да, кайда гына эшләсә дә, мин үзем шәхсән теләр идем, аның безнең теге татар милләтенә хезмәт итүен. Кайда гына эшләсә дә, кем генә булып эшләсә дә, кеше булып калсын, үзе безнең милләт өчен эшләсен. Бик яхшы, Алла берса, барысы да нәк шылай болар. Давайте знакомиться со второй героиней сегодняшней программы. Ее зовут Амина. Она очень любит петь и говорит, что ей это очень нравится. Амина, я еще знаю, что ты очень любишь танцевать. А что тебе все-таки нравится больше, петь или танцевать? Мне нравится все. А как ты все успеваешь? Успеваю, есть время. Ну, это очень здорово. Главное в своей жизни правильно распределять время. Лисан, скажите, а как вы видите в будущее своего ребенка? Кем она станет через несколько лет? Из последнего у нас это ветеринар. Угу. Да. А какие еще были варианты? Стоматолог. Хореограф. А почему именно ветеринар? Не знаю, ребенок любит животных. Добрый ребенок, может, поэтому. Добро спасет мир. Говорят, и мы надеемся, что, несмотря на ее профессию, она станет прежде всего добрым и умным человеком. А я Шилайбулсон. Шилайбулсон. Давайте начинать нашу игру. Тема сегодня «Цветы». Ща-ща-кляр. Правила первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о цветах. Задача наших команд – угадать, о каком же цветке идет речь. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Итак, внимание на экран. Они бывают летом. Это красивый цветок. Пушистый такой, красный. Можно купить зимой в магазине. Обычные этот цветок дарят ветеранам на 9 мая. Мой жених мне дарит. Моя мама любит эти цветы. Я тоже люблю. Амина, как ты думаешь, о каком цветке шла речь? Эти цветы гвоздики. Почему ты так думаешь? Ну, потому что на День ветерана дарят гвоздики. Совершенно верно, это гвоздика. Гвоздика по-татарски ханафыр. 1 балл твоей команде, я тебя поздравляю. Следующий вопрос, Тимирхан, тебе. Внимание на экран. Он растет на лугах. Он помогает, если заболею я. Мама этот цветок заваривает, и я выздоравливаюсь. Это такой цветок, который можно наслюмять ночью, а потом здесь из него ногти. Это цветок белого цвета, и у него очень много-много лепестков, и еще на нем гадают. Любит, не любит, любит, не любит, любит! Также, Тимирхан, как ты думаешь, о чем же говорила Иллария? Это ромашка. Ромашка, ты уверен? Да. Совершенно верно, это правильный ответ, ромашка по-татарски. Ох, ща-щак, 1 балл твоей команде. Лисан, продолжаем с вами. Внимание на экран. Это такие цветы. Они тоже они растут лесной. Он красного цвета. Очень красивый цветок. У него в серединке черный.
Иногда его добавляют в тесто. И есть такая булочка еще. А у них есть черные семена. Из них можно делать пироги, пирожки. Я люблю такие пирожки. Они очень вкусные. Итак, Лисан, из какого же цветка можно делать пирожки? Да, если пирожки, значит мак. Совершенно верно, это мак, мак по-татарски мак. Ну а Лисан приносит своей команде 1 балл, я вас поздравляю. Рустам Абы, играем с вами. Внимание на экран, Ихтибар Экранга. Это такой красивый цветок. Его дарят на 8 марта всем женщинам. Они вечером закрываются, а утром открываются. Про желтые цветы есть песни. Он похож на обычный цветок. Татарские узоры похожи на этот цветок. Я его даю маме и папе и своему братику, а Лаян мне. Итак, о каком же цветке шла речь? Тюльпан. Тюльпан. Ты даришь маме тюльпан? Да. Ну и молодец, это правильный ответ, я тебя поздравляю. Тюльпан по-татарски ла-ля. На очереди 5-й вопрос 1-го тура. На него мы будем отвечать с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. Нужно обязательно досмотреть сюжет до конца. И только после этого, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Хорошо? Все понятно? Тогда смотрим. То есть это цветы белые? Это такой белый цветок. Он самый первый цветок. Эти цветы даже когда очень холодно растут. Вообще холодно, когда даже зима. Он похож на колокольчик, только он белый. Еще когда растет снег, они уже появляются, даже когда снег. Потому что их называют так. Итак, Амина была первой. Амина, что же так похоже на колокольчик, но белого цвета и это... бывает даже тогда, когда снег? Это подснежник. Это подснежник. Совершенно верно. Самые первые цветы. Подснежник по-татарски Умарзая. Амина приносит своей команде 1 балл. И со счетом 3-2 мы переходим во 2-й тур. В эфире программа «Бергаляп Ираник», где мы учим слова на татарском языке. Сегодня мы выучили 5 слов на тему «цветы», «щащакляр». Давайте их повторим. Итак, Тимирхан, как будет по-татарски «гвоздика»? «Канефер». Амина, как будет по-татарски «ромашка»? «Окшешек». «Дрес». Тимирхан, «мак». «Мак». «Умница». Амина, «тюльпан». «Лале». «Яхша». И, Тимирхан, тебе слово «подснежник». «Умурзая». Совершенно верно. Наши команды готовы начать 2-й тур. Сейчас вы увидите 9 ячеек. В каждой ячейке находится определенный цветок. Ваша задача запомнить их расположение в течение 15 секунд. Как только время закончится, я буду вам задавать вопросы, на которые вам предстоит ответить. Итак, 15 секунд пошли. Внимание на экран. Итак, время вышло, и первый вопрос, Тимирхан, тебе. В какой ячейке находится подснежник Умарзая? Эш. Эшинши, давайте открывать 3-ю ячейку. И там действительно находится подснежник Умарзая. 1 балл вашей команде. Амина, в какой ячейке находится тюльпан? Ла-ля. Тюльпан во 2-й. Во 2-й. Открываем 2-ю ячейку. И там находятся тюльпаны, самые красивые цветы. 1 балл тебе. Тимирхан, в какой ячейке находится мак? Мак. Итак, ваш ответ. Дуртенше. 4-я ячейка. Открываем ее, и там мак. Да, это правильный ответ. 1 балл вашей команде. Ну что ж, вопрос противоположной команде. В какой ячейке находится ромашка? Окшашек. Тимирхан, секунду. Шестой. Итак, вариант? В 6-й. Открываем 6-ю ячейку, и это правильный ответ. Ромашка находится именно там. Ну что ж, по традиции, 5-й вопрос мы угадываем с помощью игрушек. Берите их в руки. Как только я задам вопрос, кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Итак, в какой ячейке находится гвоздика Ханафер? Тимирхан был первым, и он ответит на этот вопрос. В какой ячейке находится гвоздика Ханафер? В 5-й. В 5-й.
Так, гвоздика находится в пятой ячейке. Один балл твоей команде. И со счетом 5-5 мы переходим в третий тур нашей программы. Перед тем, как начать третий тур, давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Гвоздика по-татарски ханафер. Ромашка – охшащек. Мак – мек. Тюльпан – лаля. Подснежник – умрзая. Мы готовы начать третий тур. В этом туре нашим командам предстоит угадать, о каком же цветке идет речь. Итак, каждой команде будет своя песня. Начнем мы с вас, прекрасные девушки. Сегодня девушки против мужчин. Посмотрим, кто победит. Итак, начнем с вас. Внимательно слушаем и стараемся угадать. Итак, какое же слово мы спрятали в этой песне? Умрзая. Я принимаю ваш вариант, давайте узнаем правильный ответ. Это правильный ответ, действительно, умрзая. Именно о подснежнике шла речь в этой песне. Итак, вопрос нашим мужчинам. Внимательно смотрим и стараемся угадать, какое слово мы зашифровали. Итак, какое же слово мы спрятали? Мек. Я принимаю ваш вариант, давайте узнаем правильный ответ. Это правильный ответ, я вас поздравляю. И сегодня в нашей игре побеждает дружба. Давайте друг друга поздравим и поаплодируем друг другу. Наша программа подошла к концу. Туган телем үзем үшін, башқа телем күнім үшін дилер. Шуңа көре тілерні үйреніңіз, өз тілігізні, туған тілігізні бір қашанда ұнатмағыз. На сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Келесі шырашыларға қадар. Пока-пока. Пока.